Так, всем привет. Прикупил себе новый сабвуферный динамик. Сейчас вам покажу его. Вот он. Вот он. Pride HP 12. Получается, катушки по 1,6, две катушки. Подключен он 0,8 ома играет. Сейчас покажу, от чего играет. Так. Играет он. Так, видно. Pride Mesa. Так. Получается, короб, закрытый ящик под Pride HP. На сайте пишет по подбору короба, 25 литров надо чистого объема, но тут получается у меня чуть-чуть побольше, где-то литров может 29 для закрытого ящика. Вот. Сейчас подключим, посмотрим, как он играет. Так, еще забыл. Значит, питание подходит КГ-50. ГОСТовское все. Под капотом аккумулятор, значит, АГМ-ка стоит. X-Side 80. Чтобы просадов не было. Ну и поменьше, чтобы были. Выведен вольтметр, чтобы следить. Чтобы не было ничего тут у нас плохого. Так. Сейчас послушаем. Сейчас закроем мы тут. О, не холодно на улице. Так. Drive, 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 drive
riding with that chop chop dope boy. I never did learn how to open up a lock of blow and smoke about my nostrils while I ride up with a couple of my bottles. If that bitch come roll with me, then bet that bitch gon' give me that gato. I don't care about my own fucking line. They don't tell me why I don't fuck around. Can't stand me, better go set it down, cause I roll with a nine with a hole in your mind. Включил сейчас динамики. Игра чисто один сап. Все, наверное, закончим на этом. Так, кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал, пишем комментарии. На все комментарии с удовольствием отвечу. Так, впереди много новых интересных видео. Следите. Всем пока!